Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и у нас прохождение Just Cause 3. Я тут немного записал видео, но, к сожалению, звук не записался, и я не хочу закидывать видео без звука, поэтому тут пришлось немного пропустить, и я прошел всего лишь 2 или 3 задания, точно не помню, так что начинаем со следующего. Всем приятного просмотра, друзья. И у нас тут на задание «Великий побег». Начинаем. И почему мы здесь? Ублюдок Диравелла арестовал ребят из моей старой команды. Беззаботные контрабандисты стали рабами в шахте. Беззаботные? По твоим-то началам? Умник. У них были кровати, еда и сколько угодно граппы. Да сейчас, ну я их освобожу, 5 сек, даже не переживай. Тем более с твоими-то бицепсами. Девчонка Халк. Так, вот и наше задание. Какое у меня тут есть оружие? Снайперская винтовка. Что-то как-то не очень мне хочется бегать со снайперкой. Хочется чего-то типа. Сейчас, короче. О, модификаторы. Так, взрывы. Большая, больше гранат. Увеличение гранат число до 4. Это хорошо. Это очень хорошо. И сейчас мы себе закажем какое-нибудь оружие. Конечно же, вот это. Вот это. Так. Вот это новое оружие. И... Короче, Эми пушка какая-то. Но мне нравится вот это. В ней много зарядов и... Вообще она классная. Так, мотоциклы, внедорожники, ретро-машины. Ничего нам не нужно. Полетим, короче, так. Или хотя... Ладно. Просто так полетим. О, ну да, прям на кучу сейчас залетит. Иди-ка сюда. Как я его четко подцепил, да? Так. Вот это забираем. Это все есть. Все готово. Теперь летим на наше задание. Сейчас я с ними. Область тюрьмы управляется системой из 3 переключателей. Тебе надо активировать 2 из них, а затем переключить 3. А все, тут людей нету, что ли? Все серьезно? Конечно. Найти и активировать переключатели. Легко. Вроде все ясно. Так, людишек здесь нету, так что проблем никаких нету. Какое здесь есть оружие? Это что? А, дробовик. Неплохо. Ну, ладно, испытаем. Так, тут, по-моему, людишек нету. А, ловушка, ясно. Это не проблема. Своим присутствием. Вот и почтил. Что ты будешь делать дальше? Прошу тебя, побудь с нами. Повеселись. Расслабься. Так, я что, против, что ли? Так. Тебе нравится, как я тут все обставил? Надеюсь, что да. Сейчас испытаем наш дробовик. Место станет моей могилой. Твоей могилой или моей могилой? Слышу, слышу. Бла-бла-бла. Вот и я о том же. Мне самому не надоело себя слушать. Мне вот надоело. Анька, 2 переключителя, верно? Где? Вот вижу. Так. Тут есть какой-то включатель. Сейчас разберемся. Ага, вот и первый. Так, первый. Так, если там первый, где-то здесь должен быть второй. Вот, точно. Кажется, получилось. И все, что ли? Рейс, это бесполезно, но... Прошу тебя, продолжай. Тщетность твоих усилий меня забавляет. Пошел ты в задницу. Так, взломать. Сейчас взломаем, 5 сек.
Перепрыгивай ты. Я в порядке. Одна ошибка, и все придется начинать заново. Так, продвигайтесь вглубь тюрьмы. Зачем, если это ловушка? Так. Аника, я уже близко к пленнику. Ой. Осталось всего пара комнат. А, тут все-таки есть пленник. Не очень-то впечатляет. Если ты настроен умереть пораньше... Так, то же самое. Два переключателя так, и терминал. Так, есть. Вон тут какой-то индеец. Иди сюда. Эй, тише. Че, решили окружить меня, что ли? Клоуны. Так, здесь, наверное... Ой. Это было сильно. Ты чё встал-то? Дурак, что ли? Война идет настоящая. Стоят тут. Знаете? Ой, гранату что-то никому не могу кинуть. Вот так же. Так, снайпер готов. Где-то здесь еще должен быть. Вот он. Готово, тварь. Какие эти чертовы переключатели? Вот, нашел один. Так, первый есть. Переключатель готов. Да ты что, блин? Блин, армия придурков не могут убить одного. Что за дебилы такие? Так, где второй? Ну, думаю, где-то здесь. Вот он. Готово. Так, есть. Теперь терминал. Ну вот. Если взлом пошел. Придется начинать сначала. И, блин, и долго так я буду бегать с одного конца в другой. Близко. Что остается только надеяться. Ну, да. Что заставляет сражаться? Что ты хочешь доказать этим людям? Или мне? Ты чё, мать твою волшебницу? Тихо. Тихо. Блин, не умирай, не умирай, не умирай. Умер. Твою мать. Блин. Надеюсь, я буду недалеко, хотя бы перед этой дверью. Думаю, я совсем близко. Уничтожь. Да, отлично. Я на том же месте. Теперь будем поаккуратней. Так, есть. Так, иди. Ой, блин. Где-то здесь этот с пулеметом, придурок. Так, вот что у меня еще есть. Я совсем забыл. Уверен, что если взорвать генераторы, надеюсь, ты сможешь Тиравеллу. Все. Так, генератор взорван. Остался вот здесь еще включатель, откроется тот. Готово. Рико, здесь все вдруг пошло к чертям! Я уже выбрался. Ты освободил этих баранов, но сам же поведешь их на бойню, Родригес. Да, нет, сейчас освобожу, даже не сомневайся. Лети! Дружище. Так, кто-то едет или бежит, или едет. По-моему, едет. Да. С Новым годом, ребята. Блин, как они вообще выживают? Они мне как семья. Хорошо, да. Что они возвращаются домой. Пошла бы и спасла я их знал, тогда. Что глубоко в душе ты нежная и ранимая.
Так, там вот оружие. Расскажешь кому-нибудь и увидишь, какая я нежная. И все, это все, кого я спас? Не густо. Цель так. Покинула область. Патроны взял. Отлично. Пардоно. Пардоно? Не хочу. Так, дальше. Посмотрим, какие задания у нас появились. Вот здесь. Так. Между делом можно пройти какой-нибудь награда гараж и гонка на самолете. Это неинтересно. Награда. Вот это уже поинтересней. Так. Но это будет слишком долго. Я это лучше пройду вне эфира. Чтобы амиго, вам не было, думаю, так скучно. Тебе будет интересно узнать, что с острова вывозят бавариевую бомбу. А это совсем уже лишнее. Когда так, в твоем полетели. Флотном расписании найдется время, надо поговорить. У меня всегда есть время. Для предателей особенно. Так, а лететь-то нам не близко, скажу я вам. Поле зрения кого? Так, тут какие-то... Блин, не туда. А где я? Вот. А, да, тут есть какая-то база. Пролетая сейчас мимо, ее немного покоцаем. Если это, конечно, база вообще. Хотя нет, это не база, заброшенное какое-то место. Да. Ничего интересного. О. Вертолетная площадка, что ли? Ну, какое-то место странное. Что тут в округе есть вообще? Не перестаю удивляться всем этим красотам. Как это все вообще придумали, кто это придумал вообще. Все очень красиво сделали. Так, попробуем взорвать. Уровень розыска 5. Ничего себе. Ожидайте прибытия вертолетов. Повторяю, ожидайте прибытия вертолетов. Нет, не попади в меня. Да ты взорвешься сегодня. Попал. Сваливаем отсюда по-резкому. Внимание! Направляю танки к точке столкновения. Извините, у вас здесь мало. Так, сваливаем. Еще 5.5 километров нам. Отправляю. Карта, скажи, она не маленькая. Все, придется варить вот так. Внимание! Направляю танковую поддержку. Бедный вертолет. А кто-то не попал. Наши танки. Лошары беспонтовые. Внимание, к вам направляются вертолеты поддержки. Так, наверное, я вот этот момент перемотаю. Чтобы не тратить время ни ваше, ни мое. Вот я и добрался до места. Это было долго. И опасно. Но мы здесь, и Баварии на самолете. Начинается наше задание. Шелдон. Шелдон. Что ж. Проснись, мать твою. Хорошо, что заглянул, сынок. Значит, ты решил присоединиться к борьбе за Медичи? Слушай, я хочу кое-что прояснить, прежде чем мы перейдем к делу. Я прогнивший и коварный негодяй. Это правда. Многих диктаторов, считавших меня лучшим другом, я обводил вокруг пальца. Но лишь 3 людям я доверяю, Рико. Себе, что понятно. Дяде Сэму. И тебе. Слушай, малыш, не обещаю говорить тебе одну правду, но я никогда тебя не предам. Знаю, это был Зина. Я так и знал. Да черт с вами. Шелдон не есть предатель. Ну что с ним будет, когда узнает это Рико? Он его, наверное, подвесит где-нибудь на вертолете и прокатит рядом с акулами. Я бы так и сделал. Так,
Задание начинается. Мой источник говорит, что бомбу грузят на самолет, направляющийся на машине ехать. Гавань. Надо попасть на борт. А, сейчас попадем 5 сек. Даже не сомневайся. Ой, блин, только жаль, азота нету. Ого, там я видел самолет большой. Этих дорог нет даже на картах агентства. А нас никто не подозревает. У меня плохое предчувствие. Вон он, огромный. Тебе надо веселее смотреть на жизнь. В конце концов, у тебя есть бесконечный парашют. Да, и крюк. Ага, и болтливый техасец. Так. Мне сейчас напоминает это... Спин Тайрис, по-моему, называется. Ездит по грязи на УАЗиках и все такое. Этим меня не остановить. Вот и наша птичка, Рико. Едем, 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 едем. Блин, успеем хоть. А, успеем. Почему я ударился? Об что? Так, ну, в любом случае мы на самолете. Он реактивный. Ничего себе. Так. Приближаются новые силы. Стой! Привет. Защита работает. Похоже, они уже здесь. Дайма. А она откуда взялась вообще? Ты поведешь самолет. Ой, я хочу вести самолет. Хотя я не умею нормально. Криворукие руки. Но это ничего страшного. Так, залезть на крышу. А как ты туда прошел, не убивая охранников? Идиот. Так, поднимаемся. Ничего себе. Вот это самолет. Вот это видон. Так. На это понадобится. Туда не достанет, к сожалению. Я бы поразрушал бы. Ты предсказуем, Родригес. Две ты. Предательница Дайма и этот ублюдок Шелл. Так, не понял. Один есть. Оу. Один готов. С дробовика по самолету. Кто-нибудь так сбивал их когда-нибудь? Неплохо. Есть. Партнер. Только у меня патронов мало. Партнер. Без гранаты. Блин, не попадает. Что такое? Ну ладно. А если стрелять по ракетам, то никакой разницы. Это крупная мишень, Рико. Не подпускай врагов. Я стараюсь, только у меня патронов нет. Я думал, ты у нас гений, Дайма. Что ты там возишься? О, блин. Так. Где ты будто? И этот вот этому. Вот так. Ну, ну, что получится? А, блин. Нормально получилось. Так, следующий. Где? Так, это почти. Они наводятся на нас. Проще сказать, чем сделать. Враги на хвосте. Смотри, как горят.
Горят-то хорошо. Только у меня оружия нет почти уже. Чё? На лошадином саду. Видишь город, Рико? Это столица Медичи. Город уничтожи. Видишь город, Рико? Это столица Медичи. Да вижу я город, вижу. Город Ситате Тиравелло. Знаешь, это переводится... Ты чё? Город Тиравелло. Нет, ты представляешь? Сдохну, сдохну, сдохну. Всё, нету патронов. Это очень-очень плохо. Так, а что если... Ладно, не буду к этому самолету его ставить. Так. Ну, других вариантов я просто не вижу. Черт, что я наделал? Твою мать! Придется с последней контрольной точки. Блин, кто меня просил это делать? Вернитесь внутрь. Возвращаемся. Так, ясно. Оказывается, мне не нужно было в них кидаться. Заминировать грузовик. Да. Хорошо. Так. На кого я обманываю? Так, выкиньте заминированный грузовик. Вот, заминировал, что? Воу, воу, тихо. И... Сделал отличную бомбу. Тут не поспоришь. Нормально. Отлично сработано. До скорого, Рико. И спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию. Блин, всегда забываю читать вот эти задания, которые всплывают каждый раз после выполнения какого-то предыдущего. И мне всегда это мешает. Нет, план был безупречен. Вы лучшая частная военная компания в мире. Как вы могли не справиться с глупым ребенком в костюме белки и с веревкой? Я преподнес вам Родригеса на блюдечке. А теперь он думает, что я бегу из Медичи, поджав хвост. Нет! Синее пламя Бавария опалит землю, и я не потеряю Медичи и так... Да ну тебя. Вот и завершена миссия Баварии на самолете. Чё ты стонешь-то? Блин, вот эти звуки. Мы с повстанцами везем кое-какие краденые припасы с севера. Так. Встретимся у стены. Есть тут новости. Есть какие-то задания. Это какой-то небольшой мегаполис. И у нас появились новые задания. Так, что тут у нас? Это что? А. Ясно. Это этим мы займемся вне записи. А сейчас посмотрим задание. Вот оно. Отправимся сюда. Так, блин. Так. 6,5 километров. Немало, но нам все равно нужно оружие, так что... Обратимся в склад повстанцев. На этот раз я возьму вот это. Требуются маячки. Блин. Маячки есть на... Где-то. Их не тюрьма или... Да, тюрьма. Где она? Ты чё здесь забыл? Не желаете потанцевать? Дико... Повиси. В области обнаружен враг. Всем бойцам. Так, ладно. Обстановку. Маячков у меня нету, к сожалению. И достать я их сейчас нигде не могу. Отправляю подкрепление. Помимо тюрьмы. Ну, тюрьма... А, вот она. Вот оружие.
Так, пулеметы, пулеметы. Так. Заряды есть, отлично. Все, можно сваливать. Но лететь туда очень даже долго, скажу я вам. Ну, тогда уж, наверное, это центр. Отправляю к вам перемотаю. Вот я и добрался до нашего задания «Дозорный на стене». И начинаем. Посмотрим, что здесь будет. Ну, тут показывают какой-то поезд. О, ну да, Марио, молодец. Рико! Вообще не стыдно. Когда построили эту штуку, я сказал себе, когда-нибудь Марио Фриго встанет на стене и помочится с края света. У тебя всегда были большие цели, Марио. Это уже третий раз с тех пор, как я сюда прибыл. Ты тоже попробуй. Если Диравелла собрался нанести удар, ждать не придется. Что она здесь делает? А ты сам попробуй что-нибудь запретить Розе Мануэле. Рико. Для так. Вас здесь слишком опасно. Да ну, короче. Продолжаем. Сейчас нас все равно введут в курс дела, так что не будем слушать этот мультяшный бред. И начинаем. Так, вот и наше задание. Мне нужно кого-то уничтожить, как обычно. Эй, постарайся все уберечь, Рико! Повстанцам очень нужно снаряжение. Так, мне нужно защищать их, видимо, да? Хорошо, понял. Так. Да что такое-то? Ты чё? Ушел отсюда. Блин, а их тут немало. Я с ними вообще справлюсь-то хоть? Так, с наземными разберусь позже. Пока эти не слишком близко, нужно их так пострелять. Так. Что-то не достает, по-моему. Ну. Готов. Готов. Отлично. Остались теперь только наземные. Так. Ладно. Внимание. Все. Перезарядить оружие. Скоро они вернутся. Вернутся, так вернутся. Флаги в руки. Держитесь, они снова наступают. Так, давай быстренько. Рико, стреляй из зенитки. Стреляю, я стреляю. Готов. Есть. Ничего себе, сколько вертолетов. Еще бы выжить в этом всем. Не слабая такая война получается. Так, готов. Есть. Бедная птичка. Ой. И как мне его убить? Тут чуть вот все, молодец. А чё они в меня не стреляют? Или они меня не видят вообще? Всё. Но они еще вернутся. Так, теперь нужно ждать, когда они вернутся. Еще, да? Приближаются вражеские истребители. О-о-о. Чё они только, блин, не хотят. Так, вот. Истребитель. Есть. Чё-то какой-то медленный истребитель. Так, дальше. О, машинки. Это я уже не достану. Чё, не понял, куда летит снаряд-то? Есть. Ушел. Воу-воу-воу, тут война прям. Так. Да сдох
ты уже. Есть. И последняя. Да не так, вот так. Так, у меня же вроде был автомат. Куда он делся-то? Так, готов. Ну давай. Да стреляйте в него, идиоты! Ой, дебилы! Так, придется заменить. Рико, они забрали Зину! Взорвали дверь и утащили его! Вот так. Они летят к тебе на вертолете, Рико! Зенит, так, где? Не вижу, что. Маневр. Рико, поднимайся на стену. На какую? Куда? Столько целей разных. Что происходит? Забрали старика, куда его? О, новый мопед. И чё, он крутой? Чё, у меня колёс крутится? Рико, поднимайся на стену. На какую? Извини, Рико, я позволила Зине сбежать. Проехали, Дайма. Так. Я позабочусь о Зине. Уничтожить. Отпусти меня, пожалуйста. Так, а зачем я еду за ним? В аварии открывал дорогу ко множеству химических новинок. Он остановился, специально ждал, пока я в него выстрелю. Мотоцикл, кстати, Зима нормальный. Кончено. Здесь, в пещере, мы потеряли многих друзей. Воу-воу-воу! Пора покончить с войной, Рико. Да. Самое время, старина. Так. Что... А, все, миссия пройдена. Дозорный на стене, это радует. Открылись ли у нас какие-то... мини-задания? Это что такое? А, нет, не то. Это нам не нужно. Вот. Можно бы пройти вот это. А, это я уже проходил. Это нам не нужно. Самолеты я не хочу... Так, что тут у нас есть еще? Самолеты, костюм крыло. Так, взрывы и костюм крыло. Значит, пройдем вот это. Переместимся вот сюда. Пройдем быстренько взрывы, потом костюм крыло и все. Думаю, на сегодня хватит. Так, вот мы и на месте. Начинаем сразу же. Не будем тянуть кота за хвост. А наше оружие — это снайперская винтовка. Это не очень хорошо, она мне не нравится, если честно. Ну ничего страшного, задание есть задание. Так, вот мы и начинаем. Вот. Бесконечная. О, блин, она еще долго перезаряжаться будет. Сейчас сначала попробуем разрушить вот эту. Если у нас получится, конечно. Так, может, тут какие-то бочки есть? Нету. Сомневаюсь, что у нас получится взорвать ее, так что начнем с чего-нибудь попроще. Вот, например, тарелочка. Есть. Так. Водонапорная башня. Взрывайте, давай. И башня у нас тоже не взрывается. Есть. Готово. Еще давай. Есть. Чем больше взрывов, тем лучше. Так. Надо успеть. Так, вроде взрываются. Отлично. Почти 5. Так, где еще? Вот. Еще где? Не вижу, блин, больше ничего. А, вот.
Есть. Что тут? Так, не вижу. Вот. Есть. И еще что-нибудь. Ну что-нибудь. Вот. Есть. 5 звезд. Отлично. Оставалась 1 секунда. Но я успел. Это очень-очень радует. Да все, уже время вышло. Но это наше улучшение осталось. Разрушение с винтовкой. Мы получили 5 звезд. И у нас открывается какое-то улучшение. А нет, нам еще нужна 1 шестеренка. Ну это ничего страшного. Мы походу пройдем. И все откроем. А сейчас у нас будет костюм крыло. Надеюсь, я его тоже пройду на 5. И со спокойной душой пройду это видео. Закончу, вернее. Так, вот наш костюм. Он недалеко, так что можно и так долететь. 5 сек, мы уже на месте. Так, под градом, чё? 30 тысяч, чтобы было 5 звезд. Сейчас постараемся. Надеюсь, с первого раза попытки я оставлю себе только 2. Не нужно много, а то это затянется. Так, вот и началось наше задание. По-моему, оно не такое уж трудное, но дальше будет видно. Надеюсь, я пройду его на все 5 звезд, хотя уже второе у меня на 750, а не на 2000. Это очень-очень плохо. Ну, не прям чтобы критично, но было бы лучше, если бы на 5, то есть на 2000. Это бы меня порадовало. Только вот плохо, что я не могу нормально поворачивать в этом костюме. Как-то все равно сложновато. Бывает. Ну, гонка короткая. Полет, вернее, сам. Так что... блин, все нужно было пройти на 2000. Я одну прошел на 750. Это плохо. Ну, ничего страшного. О, все равно на 7. То есть на 5. Так что все нормально, друзья. Мы живем. Улучшение у нас никакое пока не открылось, но ничего страшного. Откроем след... Чё? Чё такое? Не понял. Что? Чё с тобой, дружище? У тебя костюм сломался? Нормальные такие баги. Так. Интересненько. А ну-ка, как он будет летать? О, все. Починил. Какой я молодец. Хотя ему так больше шло. Так, ну вот и все, друзья. Сейчас я попробую выплыть отсюда. Так, он выплывет? Да. Вот отлично. На сегодня хватит, друзья. Продолжим в следующей серии. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем я желаю побольше просмотров, подписчиков. Подписывайтесь, ставьте лайки, друзья. Всем удачи и пока. До скорых встреч.